Лицей, впервые распахнувший свои двери для учащихся в 1936 году. Лицей, который по праву считается одним из передовых в республике. Свой 80-летний юбилей сегодня отметил Махачкалинский лицей номер 5. На мероприятии, организованном в честь памятной даты, побывала и наш корреспондент Атикат Магомедова. Школа номер 5 была построена в 1936 году. В 1941, когда началась Великая Отечественная, учителя и учащиеся старших классов отправились на фронт. В годы войны здесь располагался военный госпиталь. Выпускники этой школы известны как герой Советского Союза, России и хорошие специалисты в разных сферах жизнедеятельности. И вот сегодня, спустя 80 лет, школа дает ученикам возможность не только поступить в высшее учебное заведение, но и выбрать специальность уже в 8 классе. Свое 80-летие школа отмечает с большим размахом. Поздравить пришли самые близкие, представители городской власти, профессоры, педагоги. Все те, кто когда-то здесь сидел за партами, постигая знания школьных наук, чтобы потом за стенами школы сдавать экзамен на звание «Будь человеком». Учащиеся школы подготовили концертную программу, стихи, песни, танцы и дали аудитории возможность окунуться в богатую историю школы. Педагогический состав подобран тщательно. По праву лицей сегодня считается одним из лучших в республике. Мы здесь детей практически готовим к жизни. Начиная уже с первого класса, образование и путь для детей. То есть по их возможностям, по их интеллекту они выбирают соответствующие профили. Тысячи выпускников получили в стенах школы знания, закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной. Но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и передаются из года в год. К нам приезжают, приходят, встречаются с нашими детьми, и им говорят о своей судьбе, как она у них сложилась и кто дал им дорогу в жизни. Школа, хоть и празднует 80-летие, по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательную инициативу, творчество и новизну. Единственное, в Дагестане, я не побоюсь сказать, даже, может быть, в России в настоящем, где сохранили вся база, которая была у нас еще в советский период. Благодаря этой вот базе мы до сих пор живем, вот, наши дети растут, учатся здесь, получают образование. Ученики с особой гордостью говорили, что именно здесь им помогают преодолеть препятствия, которые возникают на их пути, что здесь чувствуют себя как дома. Я люблю свою школу, потому что здесь самые лучшие преподаватели. Они мне дали образование, они дали воспитание. И поэтому я люблю свою школу. И поэтому именно здесь я училась. То, что учителя добрые и все обучают чему-то, каждому новому материалу. В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну знаний, но и учит жизнь. Будем надеяться, что лицей номер 5 и дальше будет путеводной звездой для тысяч детей, которые с надеждой садятся за школьные парты. Атикат Магомедов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ. Махачкала.